Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. Вот мы у себя нашли переноску старенькую, которая оказалась без вилки. Сейчас мы прикрутим сюда ее вилку. Для начала открутим шуруп, который соединяет две половинки. Вот так вот, в таком положении. Здесь они у нас вытягиваются. Вилки, чтобы, ну, это для удобства. Вот это тоже. Возьмем ножик и зачистим. Зачищаем изоляцию. Берем два наконечника. Зачистили. Скручиваем провода вместе и деваем наконечники. Так. Вставляем их сюда. И хорошо обтягиваем. Обтянули и вставляем сюда их на место. Зажимаем провод. И собираем вилку назад. Все. Готово. Спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, комментируйте. Спасибо всем. Пятница 7.